Мастерство профессиональных спортсменов достойно уважения, но успехи не приходят сами собой. Тем, кто посвятил свою жизнь спорту, приходится прилагать массу усилий и проявлять свои лучшие личностные качества, чтобы показать высокие результаты и достичь желанной победы. Спорт формирует характер, закаляет волю и учит преодолевать препятствия. Эту медаль я получила, у нас выходили третье соревнование в Рассказово. Кирилл Облов, как и его старший брат, всю жизнь занимается спортом и преуспел в этом. Он имеет довольно много наград. От количества одних только медалей можно сбиться со счета. К примеру, в этом году он в нашем городе занял первое место в соревнованиях по дзюдо. Эта победа принесла ему возможность попасть в лагерь «Артек», где он получил возможность пообщаться с такими же целеустремленными спортсменами, как и он сам. Там было много тренеров разных, приезжали чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр, были тренера российской сборной. Мне все понравилось в «Артеке». Много у меня друзей появилось. Они были из других команд, из других сборной, из других городов. Кроме тренировок и участия в соревнованиях, в лагере были различные сценки, конкурсы и обучение танцам. Главный жизненный урок, который Кирилл усвоил в лагере «Артек», это то, что нужно всегда стремиться к своей цели и никогда не сдаваться. Домой Кирилл привез 2 диплома и различные сувениры, но самое главное – это приятные воспоминания о проведенном времени. Николай Теплов, Михаил Брыксин, Новости ТВ рассказывают.